Так, сейчас, секундочку. Двадцать пять секунд времени есть у IG Vitality на последний пик, и это Магнус. Вау. Интересненько. Комбо-вомбо, кстати, отлично получается. ВД с Магнусом, Земелья и сверху Джиггернаут есть. И туда еще и напалм накидывай, просто поджигай. Дизраптор для Ихомкин на последний пик. Ну, в принципе, чей пик нравится больше? Ну, все-таки IG Vitality, все-таки комбо-вомбо. Я люблю комбо-вомбо. Так что, пожалуй, я дам предпочтение этой команде. Напоминаю, что это у нас формат Best of 1, квалификация на Boston Major, Китай. Ну и посмотрим, посмотрим, сохранится ли тенденция того, что на нашем канале матчи Китая играется по 45 минут, а на втором канале Китая, по совместительству это 7 канал Dota 2 Рухава, матчи играются по 15-20 минут. Так, ну что, начинается игра. Давайте смотреть быстренько предсказания. Надеюсь, сейчас это будет поудачнее, чем в прошлые разы. Так, игрок, нанесший больше физухи к концу игры. Физухи. Джиггернаут. Но все-таки играет еще и с Магнусом. Тут вообще без шансов. Да, в принципе, IG Vitality фавориты. Я надеюсь, что у нас наконец-то одна команда фаворит начнет играть как фаворит, а не как инвалид. В принципе, созвучное слово. Ну да ладно, но это правда. Так, первый игрок, добивший 15 своих крипов. Так, кто у нас будет потеть? Ну, в миду Магнус. Добьет ли он столько? А против Легионки он стоит. Ну, вряд ли Магнус только добьет. Легионка тоже, наверное, вряд ли. Наверное, все-таки Джиггернаут тоже. Смоков. До 25-й. Ну, обычно прям по КД юзают. У нас китайцы. Они вечно недоступны, но пускай будет 6-8. Так, игрок, кто будет умирать больше всех. Ну, БХ, Space Creator, все дела. Ну и вот, все мы сделали. Посмотрим, насколько будет удачно. Давайте сейчас займемся тем, что проверим руны, а после представим команды. Так, ну что, БХ, хочет сжать руну. Пингует. БХ, баунти руна. Для БХ неплохо сыграно. Там тем временем подспили у нас лайфтера, QD, но нет, его здесь не убить. Ну и в итоге две руны для Ихомкин. Неплохой старт. Но в любом случае это мало. Ну, преимущество есть, но совсем тут не критичное. Ничего такого страшного не произошло. Так, ну что, папарацци играют у нас на Джиггернауте, Саката на Магнусе, Инджулай на Бэтрайдере, Доксфайтер на Эрс. Спирити, ну и супер на Вич Докторе. Это супер у нас другой, это не мидер, это суппорт, это супер с маленькой буквы. Ну и это команда Invictus Gaming Vitality. Там Доксфайтера разминают. Доксфайтер в опасности, уехать не получилось, и в итоге его здесь доразмяли. И вот он, первый фраг, First Blood для Bounty Hunter. А вот теперь хороший старт, то есть и ФБ, и руна для БХ. Неплохо сыграно, но, увы, у нас анимация... Атаки, в принципе, анимация всех этих действий очень запоздалая получается. Ну и, в принципе, Ихомкин мы сегодня уже видели, так что представлять всех мы не будем. Мы так по мере игры знакомиться с игроками. Ну вот, JDH у нас на Дизрапторе, JD, QD у нас играет на лайфстиле Bounty Hunter, этот товарищ с иероглифами двойными. Ну, у нас тут в миду тоже товарищ с одним иероглифом. Ну и в харде. В харде у нас Кси на Слардаре. Ну да, в миду у нас Легионка. Я думаю, вы все это заметили. Да, конечно, анимация не радует пока глаз. Немножко подспайкивает. Ну, как немножко. Множко. Так, сори. Микрофон немножко почему-то выключился. Ладно, теперь все хорошо. Минус 2 сделали у нас Ихомкин. Ну, вы же фавориты. Да что ж такое? Почему так получается, а? Ну, 0-4, отличный старт для Ихомкин. Я напоминаю, что они взяли обе баунти руны.
Все хорошо, даже очень. Ну да, кстати, пока у нас папарацци нас не подводят. Крипов своих донает исправно. Уже 8 задонаил. Ну, конечно, на топе там такая агрессия получается. Все-таки неоправданная, потому что Глимс есть, там еще и Лосир сверху, бансы будут, в общем, все будет. Там пошел по двоим, по троим, даже героем залетает. Пошел рейд, подрезает, только у нас Инжелай, Инжелай в опасности, Инжелай пытается пока лететь, жить, палить, но, увы, ничего не получается. И он погибает. Да, в итоге пятый фраг. Пятый фраг для их умки вначале. Ладно, давайте попробуем сделать реконнект. Авось поможет, дотка. Дотка, пожалуйста, пощади. Так, ну что, вроде бы попроще, получше стало. Смотрим, что же у нас будет дальше. Ну, по крайней мере, фрагов мы не пропустили. Все еще 5 фрагов сделали у нас Ехомкин. И ни одного фрага Виталити сделать пока не смогли. А, что по левелу у Баунти Хантера? Ну, почти третий. Подрезанием курьера пока он не занимается. Кстати, курьер у нас у Вичи Гейминг. У IG. Конечно же, все еще не грейженный. Виталити. Виталити, первый фраг в аппарации, но нет. Фэри Файр был у нас у Стардара, и дэма же не хватило. Но пытался, пытался в аппарации здесь зафармить. Так, 15-й, 15 крип и один. Один из четырех будет готово. Так. Да, красиво. А, стоп, не то. Не то, некрасиво. Еще одного. Давай, давай. Давай, я жду. Да, молодец. Красиво сыграно. Угадал. Ну как, в смысле угадал? Предсказал, предсказал. Проанализировал ситуацию и дал точный прогноз. Кстати, Bounty Hunter зашел в спину, поставил вот такой вот вард. Такой весьма стандартный китайский курьер. Ай-яй-яй, какая халява для Bounty Hunter. Да что ж такое, как-то совсем не идет игра у нас у Vitality. Момент на моменте, что в инвизии зашел Bounty Hunter, дал руну. Сейчас привет подрезал, на топе там куча фрагов, то есть файтер в таверну, и это уже крипа за денайл. Неплохо. Это уже 6-й фраг для Ехомкин. Ну, многовато будет под фида. 6-0. 6-0. Фавориты у нас сегодня, конечно, играют не по-фаворитски. Ну и порция фейзов у Ехомкин. У Лайфстилера и у Легионки. Там у нас Кси уже в леса выехал, Инжулая нашли, крипов отжали, БХ рядом, стан же надо, все хорошо, залетает, потому что он стан от Дотсфайтера, поставил Сергеевич по Инжулаю, Инжулай в опасности, Инжулай погибает, и первый фраг. Первый фраг сейчас может быть, но Легион касает тут здесь своего Кси, Кси, Мансит, отлично, Краш потом залетает, и просто около Т3 вышки, дуэль пошла, да ладно, ну 8-й фраг, 8-0. Просто уничтожают команду пока что у нас Ехомкин, но правда погибает первый герой. Это Слардар. И каждый каски у нас дальше по Легионке все-таки наказывает агрессию. БХ рядом, БХ со стиками, БХ, БХ, БХ подстопил неплохо здесь. И да, отличный пассив. И сам Сенвиза не уходит, так что в итоге он не подставляется. И всего, всего Слардара отдали. При том, что вот уже и дуэль была выиграна, а дуэль была выиграна уже около Т3 вышки. А на топе погибает у нас Бэтрайдер. 1-9. Один день, просто уничтожение команды IG Vitality. Что-то странное происходит на этих квалах, по крайней мере, на этом канале. Да, конечно, странно все это. Стардар поставился во второй раз, пошел Malediction, каски, в общем, все больно. Краш отлетает, но, увы, увы, отлетает он Стардар также. В этом замесе отлетает он в таверну. Вот второй фраг у нас совершает IG Vitality. Правда, у нас здесь Bounty Hunter. Чертолево находит супера. Подрезать пока он не хочет, пока ждет. Но понимает, что демеджа может и не хватить. Так, сюрикенчик пошел. Тычка нет, нормально, демеджа хватает. Он даже успел дать тычку перед, во время захода в инвиз. Так что инвиза не вышел. Ну и, в принципе, у нас БХ уже доминирует. 4-0-2. Десять фрагов у нас уже сделали Ехомкин.
над IG Vitality. Так, ну что, у нас, по идее, уже должны команды приходить потихоньку в стадию, так сказать, под пушами, мидгейма, каких-то командных действий. Хотя, на самом деле, еще минута только восьмая. Да, фрагов, конечно, много, и, в принципе, можно пофармить, вот, пока забирать те фраги, которые приходят на линию. Ну что, восьмая минута, как мы видим по нетворсам, у нас топ-1 это Легионка. У Легионки уже есть первая дуэль. QD у нас идет на втором месте. 4200, скоро будет армлет папарацци. У нас, ну, он потеет, он не умирал. И, в принципе, если бы не было столько смертей, у IG Vitality, то папарацци мог бы быть и топ-1. Потому что по крипам у него ситуация крайне хороша. Целых 35 крипов, он 45 крипов уже зафармил, да и по денаем он тут тоже потел, 24 крипа своих заденаил. Магнус у нас, посмотрим, какой будет. Будет ли это Магнус, какой у нас вчера был от Дэнди, через саблю, через Дайдаус, или все-таки стандартный Магнус через Блиндагер, пробав своего Джиггернаута, там Форс, все дела. В общем, я думаю, все в курсе, как это собирается. Слушайте, БХ у нас даже без треков занимает пятую строчку по нетворсам. Весьма хорошо. Левел у него, кстати, пятый. И совсем скоро будет уже шестой. И скоро будут треки. Посмотрим, продолжится ли в той же тенденции у нас Ехомкин набивать фраги. Если это будет так, то игра может быть довольно-таки быстрой. И, возможно, у нас первая игра будет уже менее 40 минут. Хотя, размечтался. Ну, неплохо, в принципе, было. Да, просканировали. Но, увы, область скана слишком велика и... То есть был скан в кастован, но, увы, БХ был там на самом краю от расположения оппонентов. И смоками его, увы, не достало. Ну, а там снизу у нас с ТП-шки уходил Джиггернаут. Ушел он на базу. Есть армлет у нас уже у Легионки. Скоро будет второй армлет. А здесь Докс Файтера видно. Клинс пошел у нас по Инжулай. Протелега у нас Каски. Каски, в принципе, неплохо пошел за станчик сверху. Еще и от земель, но не точный. Ультимейт вешается все время от Джидиаши. Джидиаш пытается уйти. Джидиаш у нас находится под Маледикшн. Краш пошел все время по Инжулай. Дуэль пошла. И дуэль. Победа. Победа дуэли. Вторая. Плюс 20 урона. Неплохо сыграно. И, в принципе, можно попробовать еще и тавер подпушить. Правда, тут пуш, ну, слабенький у этих героев. Но у нас там снизу QD занимается подпушем. Подпушивает тауэр пока в соло. Здесь на дефе находится у нас Доксфайтер, но у Доксфайтера левел слишком маленький, всего лишь четвертый. Хотя вот пошли ТП-шки. Там спину ходит, и QD тут загулял. Поймал Сайленс, РП! РП неточный, просто в катапульту залез. Ой. Просто лол. Неплохо сыграно. И в итоге он вылазит с тачанки, добивает Доксфайтера и попытается уйти. Но тут слишком много врагов. Но РП было потрачено. Есть каски, есть лосок. QD пока мантит, есть у него армлет. Полетели каски. Но на самом деле рэш-телепорт. Ну, то есть грыз сразу телепорт надо было доставать, а в итоге он погибает здесь, конечно же. Тут вообще без шансов. Хотя супер, очень больно. Ну и QD играет армлетом. Как же он играет армлетом? Воу-воу-воу, полегче. Тут БХ уже рядом, трек пошел и просто ускорение. Да ладно, ну как это можно было сделать? Кошмар, что происходит? У меня эта дота, вот такая вот дота преследует уже на протяжении... Аплодисменты, браво, папарацци, вот эта игра. Феноменально, ну что вы делаете? Кошмар. У меня, в общем, вот эта дота преследовала по приезду на нашу стримхату. Я откастил Азию, там была дичь. Потом Европа, там дикая дичь. И вот этот матч, что это такое? Ну как это можно делать? Это кошмар какой-то. То есть, они знают, что находится у нас в катапульте лайфстиллер. Команда отходит. Давай, забайте, мы сейчас его убьем. В итоге байтит Земеля, команда слишком далеко. Земелю съел, приходят.
Юзает лассо. Дэмэджа вливают. Ну, сложно влить туда дэмэдж, по лайфстилеру все-таки. Он слишком толстый, с армлетом все дела. В итоге он мансит, играет армлетом. Играет. И уходит, потому что пришел БХ, дал трек и все. А сверху ТП кастует папарацци. Получает дуэль против легионки. Погибает и минус тавр. Ну, то есть, это вообще нормально? Это... я не знаю, ну... Конечно, не сказать, что... как комментатор, да или что игроки делают что-то такое. Я вот... в общем, было недавно интервью, были вопросы. Вот один вопрос был по поводу формата Open Qual. Я сказал, что вроде бы все норм, хотя на самом деле тут ничего не норм, потому что вот то, что было сейчас, это эти вот Open Qual, которые играются задача на стартов, что-то, по крайней мере, сейчас у нас краш, и отлично, по 4 краш залетает, и просто копия свиго... Ой, не копия, конечно, стрела теперь залетает, и просто... А шот-ваншот у нас здесь от QD в лицо. Зарядил он здесь бедняжки. Вич-доктору и победа в дуэли для Йонки. В общем, забейте на игру. Я вам давайте просто порассказываю истории. Был, в общем, вопрос по поводу того, про Open Qual'ы. Я сказал, что вроде, ну, вроде бы система нормальная, ее исправлять не нужно. Но, во-первых, система такова, что вот у нас 4 дня играют команды. То есть команда, которая не прошла первые квалы, играет еще вторые квалы. Она очень сильно устает. Плюс, доиграв вторые квалы, она уже там через часов так 7, а то и меньше, катает уже закрытые квалы. То есть это как бы ненормально. И плюс эта ситуация, когда вся Европа свалила после победы про Доты на Америку. Это тоже ненормально, потому что у нас как бы финальные матчи Европы были крайне странными. Это раз. Это первый вопрос. Второй вопрос тоже был по поводу того, что... Ну, как отношусь к тому, что комментаторы как-то там говорят по поводу игроков, ну, слишком... Ну, что они как-то ошибаются и слишком уж горят по этому поводу. Я сказал, что я к этому как бы не приветствую и сам стараюсь так не делать. Но как тут можно этого не делать? Это ж просто... Какой-то ужас происходит. Ну и дуэль, изи, ГГВП. Ну, в принципе, давайте next. Давайте первую 15-минутку и давайте следующую карту. Ну, тут, я не знаю, ну, что они собираются делать. Ну, ладно, допустим, есть РП. Есть РП, до блинка еще далеко. У нас вообще в барабаны, похоже, выходит Магнус. Ну, допустим, РП, комбинация хорошая, там, по домни-слэшам, с эмпауэра. Джиггернаут распрыгает, там у нас будет еще и Магнетайз, Маледикшн сверху, Дезвар, который скоро появится у нас у Вич-доктора. 15 минут у ВД еще нет 6 левела, но скоро появится, не переживайте. Ну, допустим, возможно, возможно, сколько нас мы увидим. Кто их знает. Хотя вот, конечно, отпустить такую игру и Хомкином, мне кажется, нереально. Ну и, в принципе, они, ну, не так уж и плохо играют, и Хомкин. Там есть катки, когда они исполняют хорошо. Да, в принципе, это уже третий матч для них на сегодня. Оба матча они своих первых проиграли. Как раз играли у нас Ехомкин против Вичи Gaming J и против LFY. Так что, я думаю, хотят победу, наконец-таки, первую. А то пока не пошло. Да, в принципе, победа уже почти в кармане, потому что преимущество 14 тысяч голды. Минута 15-я. Даже 16-я минута. И по XP 7500. Ну, пока все довольно-таки просто. Пока все довольно-таки просто. В принципе, наверное, стоит еще свой пыл не уменьшать. Нужно дальше идти и разгоняться, потому что там и Легион уже разгонялся хорошо, 48 урона. А вот сейчас как-то пытаются нас Адживитарисик пофармить. Но все-таки ищут фраги. Ищут фраги и находят фраг. Погибает Магнус. Неплохо. Так, а на топе. Гримс пошел, дуэль пошла и минус Бэтрайдер. Вот, хорошо. Хорошо играют. Отлично играют. Ну вот, минус 2. 20-й фраг уже. Для Ехомкин, ну, предсказания, конечно, горят, но да ладно. Не беда. Серия убийств, а я... А, я жал, там я прошел смерти, я думал, кто больше всего умрет. Ну ладно, в принципе, не суть. Да, конечно, сказал. Китайцы юзают смоки. Ага, конечно. Смоков прожито. Ноль. Ноль смоков за 17 минут. Серьезно? Как так? Как так получилось?
Не, ну, в принципе, решили от Vitality, ну, не прожимать, потому что они так уже тут остаются очень сильно. А как бы камбэк еще нечего, потому что, ну, какие-то там блинки на Бэтрайдере, на Магнусе еще не были куплены. А Ехому они не нужны, потому что они так просто идут и убивают. Вообще нас какие? Мы и так убьем. Ну вот убили. БХ. БХ с Лордаром воюют. И дуэль сверху еще. Вообще кайф. Просто Т. Тайминг. 21 фраг. И, кстати, в шаге от Гадлайка находится у нас Легионка. Да, конечно. Я не знаю. Ну как так могут играть фавориты? О, халява. Еще и стаки здесь нашли. Мало фрагов было, так давайте еще и стаки пофармим. QD решил честь. Неплохо сыграно. Говорит, пацаны, я вам тут подстакал, идите фармите. Ну, конечно, тролль хороший. Сейчас был от Ластилера. Подстакал, кстати, еще и под вардом. Но пошла там фармить Легионка. Хотя, на самом деле, фармить это сложно будет, Легионке. Но у нее есть дабл дэмэдж, так что, в принципе, возможность в это выфармить у нее есть. Ну, без вот с командой, всей толпой. Подфармили. 10 тысяч нетворца у нас у Легионки, даже почти 11. Десятка у нас плюс у Лайфстилера. Ну, не знаю. Не знаю. Смогут ли у нас IG Vitality реализовать этот блиндагер на Магнусе. Но, в принципе, не скажу, что это последняя попытка, потому что еще база не пала. Хотя, на самом деле, вот при поражении в файте сторона пойдет довольно-таки быстро, там урона хватает. Четыре-два-два. Весьма символично. Джиггернаут сидит в таверне, подвалил его там Баунти Хантер. Ну, в принципе, последний внешний тавер команды IG Vitality. Дальше лишь хайграунд. Будут ли ждать Аегис у нас и Хомкин для захода на этот хайграунд, или все-таки сыграют более нагло и пойдут без Аегиса. Ну, всего одна есть вещь, которая может остановить, это вот РП Магнуса с блиндагером. И, кстати, наконец-таки первый смог, хотя она не считает эти смоки. Пока так, врыв пошло, лассассирование, но... Ой, РП хорошо, неплохо, пошел урон, и вот минус один, минус два почти уже готово, но, увы. Там же когда хотя нет, только вот минус лайфхиллер. Двух убили, в принципе, на Легионке пошла дуэлиться, за дуэлиться что-то неплохо, есть у него гадлайк, и просто развалит кабинета дальше. Да, БКБ у нас было здесь у Легионки, но ее убивают, минус гадлайк, неплохо, подлетел сюрикен, сюрикен отлично по Сакате, но Саката задолжил сюрикенчик, и в итоге жив Саката. И победа, победа в файте для IG Vitality. Ну, на самом-то деле заработали они здесь очень много. 5000. 5000 голды и 5000 экспы было заработано на данный момент IG Vitality. Ну, очень много голды тут для всех. Даже для мертвого Джиггернаута насыпало. БХ, в принципе, пытался этот замес немножко подисправить, но, увы, сюрикен был задоджен. Ну, неплохо ворвался. РП было отличное. Вот он... Как ни странно, хватило, учитывая то, что такой жесткий перефарм там все-таки по нетворсам у Ихомкин. Не успели. Не успели они сделать все как надо. Ну вот, в принципе, начало камбэку положено. Понятное дело, что за раз такие игроки не отыгрываются. Там было 20-ка голды. По XP там было в районе 12 тысяч. Ну, отыграли пятерку по голде XP, но все равно нужно еще раз также подраться. А после этой драки еще и спушить товара, потому что еще ни одного товара не уронили у нас IG Vitality. Если удастся, то да, камыш Израиль. Но все-таки есть еще минус в том, что кулдаун. Кулдауны на способности. Хотя кулдауны не такие же большие. Все-таки это у нас не Ravage, это у нас не Black Hole. Данные комбинации можно исполнять почаще. Ну, а тут у нас смог вылазка. Вот. Ехомкин. Скан пошел.
Правда, сканируют у нас совсем не ту область Radiant, и сканируют они там около Эншита, а тут читают момент. Ого! Вот это врыв! Вот это красота! Ну и пошла дуэль в итоге у нас на ВД, ВД в таверну, пошло РП. РП неплохо, но хоть под БКБшкой пробивает в итоге у нас здесь бедняжка по ультинатору, БК в таверну, ну и Бэтрайдер лососирует в итоге здесь у нас легионочка, легионочка минус, да, неплохо, краш пошел, краш точно, прямо во время форстафа там застанет у нас в итоге Инжелай, Инжелай погибает, погибает также у нас здесь еще и Магнус, ну и победа в файте, и нет, баша с первого удара, так что это не тимвайп. Но в любом случае, вот у нас и Хомкин отвечает, но в любом случае, несмотря на то, что размен произошел 4 в 2, в плюсе остаются у нас IG Vitality, потому что графики слишком развальные, но есть это но, потому что ключевую сумму голды вывозит тут Бэтрайдер. И, ну, не зарешает Бэтрайдер здесь, тут нужно разогнать Джиггернаута, ну, или хотя бы Магнуса. В принципе, он тоже может выйти какой-то там билд и уже дамажить. Но Бэтрайдер здесь вряд ли зарешает, хотя кто знает, все-таки вот у него сейчас будет форстаф, ой, не форстаф, он себе покупает линзу. О, у меня фортаф уже есть, потом какой-то аганимчик, допустим, там два милишных кора, и может быть, а тоже сыграет. Но сложно. Ну, а там Рошан. Там Рошан. БХ пока его мониторит. Рошан будет через пару секунд. Посмотрим, что надо будет. Ну, в принципе, после победы в парочке моментов, ну, как... Точнее, конечно, не было победы, но хоть и заработали. Но в любом случае, артефакты появились. Есть три блинка у нас у IG Vitality. У нас третий блинк появился от Dogfighter. Джиггернаут, в принципе, пока деньгами не блещет. Форстав пытается выпустить себе Магнус. Ну и Бэтрайдер в линзу хочет выйти. Что у нас там из интересного есть у Ехомкин? В принципе, ничего нового. Ну, вот, Vitality Booster есть у нас у Легионки. Пока не ясно, на какой выход он хочет... На какой артефакт он хочет выйти. Ну, наверное, вряд ли это будет Эбисал, хотя кто его знает. Кираса уже готова у нас у QD, ну и Гривсы у нас уже есть у Баунти Хантера. Ну и вот Рошан. Рошан второй. Конечно, пока без сыра, но в любом случае тут и Аегиса хватит для того, чтобы выиграть замес. Ну, понятное дело, нужно будет сделать все грамотно и все-таки выдержать позиционку, потому что против РП не стоит подставляться. Учитывая то, что там еще и... Кор, потом не слэша, может неплохо так распрыгаться. Так, ТП на топ от лайфстилера. В соло он в итоге перешел. ТП сверху у нас еще и от дизраптора. Ну и пытаются подловить на отступление. Во, красиво. Продумал на самом-то деле. Два смока всего было. Ну а почему пишет 0? А, убийца смоком. А, вот я не дочитываю немножко предсказания. Убийца была 0. Смоки все-таки прожимали, но фрагов со смоком не делали. Вот оно что. Так, подрезал. Пошло лосо, но сразу у нас тут находится легионка на подсейве. Так что БХ спасен. БКБ и сразу дуэль. Урона там уже 118, так что, в принципе, пробивает потихоньку, по чуть-чуть. Да, победа в дуэли, отлично сыграна. Пошел у нас тем временем ультимейт от дизраптора. РП по двоим. Неплохо. Пошел мне слэш. Пробивает БХ, пробивает легионку, легионыч. Ну нет, не хватает урона. Не хватает урона. И минус 4 в 0. А в итоге здесь победа в файте безоговорочно для Ехомкин. Ну и, в принципе, 9.32. Преимущество бешеное, потому что 20-ка снова у нас вернулась по голде, по XP 14 тысяч, и, в принципе, уже можно идти и забирать сторону. Наконец-таки заканчивать игру, потому что, ну, не знаю, конечно, это можно отыгрывать, эти РП. Я лучше промолчу по этому поводу. Тут и так все понятно. Ну что, минус вторая сторона, да, падает потихоньку милишный барак. Ну и... Отступают у нас в итоге Ехомкин. Ну, в принципе, тоже верно. Вот сейчас пойти закупиться, Аегис есть. На руках сумма 3500, 3400, 2000 у нас вообще у GDH.
закупились, похилились и выехали на последнюю сторону. Ну и что, там будет сейчас последняя какая-то вылазка, даже без смоков. Кстати, еще и вард стоит. В итоге этот вард спалил передвижение, сказали, ой, пацаны, тут вард стоит, возвращаемся. Go home! Ну и, в принципе, ушли, супер, подсветили на форстафе. В сторону базы врыв, пошел и просто за удар. Просто за удар снесло, есть лассо, лассо класс кинул здесь платили, но находится он в рейдже, он еще и с Аегисом. Его не убивают даже один раз, ну и пошли эмплифаи, пошли сейчас треки. И сражаться будет крайне сложно. БКБ у нас от Легионки. Ну, Легионыч, не сражайся. У тебя 132 урона. Ты сейчас всех развалишь под БКБ, но не захотел. Сражаться, кстати, Тарасыч для Легиона залетает. Ну, Киди потихоньку сливает свой Аегис. Да, Аегис слит. Ну, в любом случае, крипов здесь нет. Но крипы зашли по центру. Так что бэкдор протекшена нет у команды IG Vitality. Но решили, что сейчас тут танковать вышку с собой не стоит. Решили все-таки дождаться крипового уже после заходить. Да, и, в принципе, БКБ было потрачено Легионкой. И, в принципе, 30 секунд подождать можно до его кулдауна. Не, я имел в виду камбэк, если вот пару таких фрагов было бы, ну, там, 4 в 0, 5 в 0 и плюс еще товара. Тогда камбэк можно было бы оформить. Но нет, такого не случилось. Маэлстром у Джиггернаута, БКБ у Кардара. Ну, кстати, БХ уже крайне близок к Нетворсу, к папарацци. А это не есть хорошо. Да и, в принципе, когда у вас мидер имеет Нетворс на 100 больше, чем вражеский суппорт 5-й позиции. Это тоже плохо. Это очень плохо. Ну вот, Блиндагер в итоге тебя приобретает Дизраптор. Ну что, все. БКБ все от кулдаунов, понятное дело. Все ультимейты имеются хоть. Там, в принципе, по ультимейтам, ну, нет такого, что куланится очень долго, не учитывая там дизраптора, но в любом случае. Редко мы видим, чтобы вот прям не обошлось без статик шторма. Попытка найти какие-то варды, найти вижен. Вижена здесь нет. Ну и что? Ждут, ждут. Ну, Гулян заряжен. Гулян сидит у нас здесь в Кси. В селедке под шубой. Ну и пора выезжать. Или не пора? Ну, 30-я минута. Ну, в любом случае, эта игра должна закончиться, ну, быстрее, чем прошлая. Потому что прошлые были 40+, все. Но все же хотелось бы, чтобы у меня ситуация сработала, как и у Вупейна. У него были катки вообще по минут 20-15. А у нас такого нет. Ну что, увезли, у нее Тараска. Ребенка, БКБ, врыв, неплохой минус. Магнус без РП уже будет у нас эта игра. Без Джиггернаута тут дуэль кастована, победа, есть байбек. Байбек пока не используется, байбек пошел, но в любом случае нет РП. 50 секунд. Врыв, Ноксфайтер ворвался, магнитайз и сразу улетает, но улетает он недалеко, улетает он, в принципе, в таверну. Байбека нет. Он не тоже пошел. Юди в крипа, стоит это дезвард, папарацци в таверну. После байбека, супер, пытается разваливать, разваливает в итоге лицо Слардару, но, увы. Вся команда пала, минус 5 у нас сделали. По итогу Йохомкин потеряли Слардара, сделали мега крипов. Ну и, в принципе, ГГВП прописали уже у нас IG Vitality. Победа для Йохомкин. Первая в рамках этих квалификаций. Снова 1 из 4. Я угадываю, как-то пока не идет больше. Но скоро будет 2. Скоро будет 2. Скоро я соберусь и начну уже предсказания делать точнейшие. Ну, на этом у нас, понятное дело, дотка не заканчивается. Это был у нас раз, два, три, четыре, пять. Пятый матч. Шестой матч у нас будет Сидек против LGD Forever Young. Данный матч стартует по системе Fall of Buy, то есть...